Теперь в тематическом парке 20 аттракционов, один из которых «Колесо обозрения», установлен на территории перспективного развития парка. Наиболее многочисленные аттракционы семейного типа, их в парке 13. 4 аттракциона предназначены только для детей, 3 уникальных экстремальных принимают взрослых смельчаков. Этим летом Сочи парк впервые в истории отечественных парков вошел в число лучших парков Европы, заняв в соответствующем рейтинге топ-25 18 место.